Перед работниками учреждений культуры и гостями выступила глава администрации Матвеево-Курганского района Дина Алборова. Вы хранители нашей Донской земли. И именно вам, в этот юбилейный наш год, и образование района, и освобождение района от немецко-фашистских захватчиков предстоит огромная работа. Я уверена, у нас все получится. Особое слово благодарности ветеранам культуры. Спасибо вам. С праздником счастья, мира, гореть вам, никогда не сгорать, неба ясного и здоровья крепкого, всего самого-самого доброго. С праздником! Затем состоялась церемония награждения. Приветственными адресами и благодарственными письмами отмечены работники культуры, добившиеся профессиональных успехов и признания коллег. В основу праздничного концерта, который стал настоящим подарком для всех культработников, легли творческие номера коллективов и солистов районного дома культуры, подготовленные специально для этой программы. Мероприятие прошло на одном дыхании, в теплой дружественной атмосфере. Каждый зритель унес с собой частичку позитива и хорошего настроения.